Всем привет! Сегодня у нас 15 ноября, воскресенье, плюс 1 градус, намечается небольшой снежок. Но маловероятно во второй части. Мы с вами находимся в Терлецком парке, это у нас очередной забег. И пробежимся, попытаемся опять 50 километров. 50 километров, опять до недели я филонил, ну как там больше. По работе тролливали только дома. Дома уже потихонечку перехожу на ОФПшечку. Ты два раза приседал. Приседаю по 200 раз в течение 10 минут. Так, ладно, народу собралось много. Ну, все, как обычно, откинутся на 4-12 километров. На 42 там человек 8, на 50 там человек 3-4. Так что не так много там. Ну хорошо, как пройдет. В этом году в такой температуре еще не бегал, одел теплые штаны, термушечку поддел от снега, от мокрого, ветровочку, курточку я сниму. Ну пока холодно. Все, сейчас мы разомнемся, уже через 15 минут начнется самое действо и погоним. Ну что там в конце фотки удалось? Все. Остались только болельщики. Как ты? Я хорошо. А вот он. Это прям. По нашу душу ли полиция?
А экология, ты похоже, они не могут. Добавить все перекрыло. Вот и пляжик. Из купающихся что-то только утки. Что-то не узнаю дорожку. На финише движуха. Кто-то финишировал. Кто-то болеет. Кто-то бегает. Час 06. Ты на маленький круг, да? Надо только... 17:32. 17:32. Еще полный, да? Из двух маленьких. Ходила, теперь побежал. Я видела, как ты еле ходил, видела. Проглядела я тебя. Ну. 1:47:59. 4:47. 1:47 это было замечательно, конечно. Да? Да, завершил я забег, пробежал я 42 километра за 4:47 секунд. Все хуже и хуже, но все-таки мне кажется, где-то месяца полтора-два было три забега подряд.
один из которых суточный, ультрики, три ультрика. И из-за этого потом результаты прямо упали, там пришли к трехлетним давностным результатам. А может и не бегаем, да. Ну это тоже, это все, там все влияет, там не просто так. Может, психологическая какая-нибудь там травма наступила, не знаю. В общем, надо сделать, может быть, перерывчик, заняться СБУ, ОФП и так далее. Ну, естественно, бегать. Потому что вот 27-28 и как это рубает. Все, такого я уже не помню, когда он такой был. Так. Ну, это все ладно. Самое интересное происходило в стартовом городке, когда вот через 2 часа приехали менты, хотели там, ну, вместе с экологами, да, экологические какие-то там службы. Что-то им не понравилось, хотели эликсир запаковать. В общем, чушь такая, документы не показывают. Но было очень много свидетелей, все этого действия все снимали на видео. И они решили не рисковать, держаться все-таки в рамках закона. Ну, конечно, уже все, у ментов в этих масках, видно, кислорода не хватает, крыша едет. Ну ладно, посмотрим, как все пройдет дальше. Может, еще в этом году пробегусь, я не знаю, там сколько у меня получилось, где-то 15 ультриков, не 15, еще не считал. Посмотрим, что будет дальше. Все, ребята, всем счастливо, всем пока, занимайтесь спортом. Спортом занимаешься? И не болейте. Все, а мы по традиции в Ашан, дюра, магазина вообще, шопится с ремонтом.